Голодать никто не должен, считают сотрудники благотворительного фонда «Инсан», запустившие новую программу по обеспечению едой малоимущих дагестанцев. Уже достигнута договоренность с несколькими точками общепита, где можно бесплатно получить пищу. Но на этом сотрудники фонда не собираются останавливаться. Подробности расскажет Абдулла Алиев. Бедность не порог. Это испытание. Порой для некоторых очень суровое. Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что видим людей, ищущих еду на помойках или просящих денег у прохожих, чтобы хоть как-то прокормить себя. Это довольно серьезная проблема, и ее взялись решить сотрудники благотворительного фонда «Инсан», придумав новую программу. Мы не могли остаться в стороне и решили запустить программу, отдельную программу в фонде с привлечением общепитов, где будут бесплатно кормить этих людей. Изначально у нас была цель открыть отдельную столовую в каждом городе республики, но мы в дальнейшем поняли, что человек, у которого нет элементарных средств, он находится на окраине города, чтобы элементарно добраться до этой столовой, он не сможет. И мы решили, чтобы такая столовая у нас была не одна, и задача стоит, что только в городе Махачкале, чтобы таких 30-50 столовых было, где будут принимать и бесплатно кормить этих людей. Программа уже действует в нескольких городах республики. Ее главная цель – накормить каждого, кто нуждается в еде. Любой человек, у кого по воле случая или из-за тяжелой жизненной ситуации не оказалось денег, сможет теперь бесплатно поесть в общепитах, сотрудничающих с фондом «Инсан». Разные бывают случаи жизни. Человек может просто приехать в город элементарно на лечение. Были какие-то большие затраты, человек остался без копейки денег на руках и не может себя накормить. То есть любой человек может обратиться в эти столовые и его накормят. Уже сегодня есть люди, которые отозвались в Махачкале, которые будут запускать такие и кормить людей в своих общепитах. Есть столовые, которые уже в Кизляре мы запустили, уже в Дербенте мы запустили. То есть наша задача, чтобы в Дагестане не было голодного человека. Комплекс «Мариам» – одно из тех мест, где бесплатно будут раздавать еду неимущим. Каждый, у кого нет средств на пропитание, сможет получить здесь плов и горячий чай. Как говорит директор комплекса Ахмат Саид Гусейнов, участие подобной акции для него – возможность быть полезным обществу. Возможность поспособствовать тому, чтобы голодающих людей стало меньше. Ну, это такой маленький шажок, чтобы чуть-чуть быть полезным для общества. И я надеюсь, то, что такие организации, другие, ну, этот пример будет заразительным. Всего лишь быть чуть-чуть нужным для людей, для нуждающихся людей. Каждый вот такое кафе, столовое возьмет на себя такое обязательство, то я более чем уверен, в Дагестане не останется люди голодные. Руководство фонда «Инсан» надеется, что в будущем к программе подключится еще больше владельцев пунктов приема пищи. Ведь к делу оказания помощи ближним нельзя проявлять безразличие. Мы знаем хадис пророка, алейхиссалату вассалям, где говорится, что не будет вера полноценной того человека, который знает, что его сосед ложится спать голодным. Мы призываем всех людей, которые не безразлична судьба наших земляков, дагестанцев, владельцев общепитов, чтобы принимали активное участие в этом благом деле. Надеемся, что с общими усилиями мы эту проблему, еще одну проблему нашего Дагестана сможем решить. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.